В моем кабеле автопитания был применен транзистор вот такой, копеечный, 70 вольт, 10 ампер. Значит, распиновка разъема DB25 указана на форуме PCM Flash в теме про 71 модуль. Вот. Обязательно установка резистора 120 Ом. 120 Ом резистор также находится прямо непосредственно вот в этом вот кабельке. Так, здесь все указано, куда подключаться. Единственное, не указана седьмая нога DB25. Это автоматическое управление питанием. Ну, на схеме в предыдущем видео я показал, как это все организовано. Значит, что здесь мы имеем? Имеем 12 вольт, подаем сюда. Это кан хай, кан лоу. Лоу зеленый, хай белый. Черный у нас масса. Красный это на ЭБУ автоматическое питание подается. И это два GPT. GPT-1, GPT-2. Все, что требуется для этого кабеля. Работа четко. Проверено и с коробками, и с этим модулем.